Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Так, добрый день. Мы завершили третью встречу в формате консультативно-региональной платформы 3+3 на уровне глав внешнеполитических ведомств. Признательны турецким нашим коллегам за ее организацию. Тем более, что идея создания этого формата 3+3 принадлежит президенту Эрдогану. Напомню, что первое заседание в этом формате прошло в Москве в декабре 2021 года, тогда на уровне заместителей министров иностранных дел, а второе было организовано в Тегеране в октябре прошлого года, и вот сейчас в Стамбуле третья встреча в таком составе. Мы обсудили направление дальнейшего сотрудничества в ключевых областях. Среди таковых мы определили сферу политики, безопасности, борьбы с угрозами терроризма, незаконного оборота наркотиков. Вторая тема – это экономика с точки зрения налаживания сотрудничества в области энергетики и решение транспортно-логистических проблем, то есть энергетика и транспорт – это два дополнительных важных направления. Ну и все были за то, чтобы развивать культурно-гуманитарные связи, проводить обмены между творческими коллективами, театрами, кинофестивали – это все планы на будущее, но желание всех наших партнеров абсолютно совпадает. Вот, и в практическом плане мы говорили много сегодня о ситуации на Ближнем Востоке, высказались за деэскалацию, прекращение неизбирательных военных ударов по мирному населению, по сотрудникам Организации Объединенных Наций, в том числе в рамках Агентства по оказанию помощи палестинским беженцам и миротворцам в Ливане. Мы в очередной раз, мы это делаем всегда, когда собираемся в этом формате, подтвердили, что для Грузии двери этой платформы всегда остаются открытыми, и мы надеемся, что со временем грузинские соседи смогут подключиться к ее работе. Условились, что вот по всем упомянутым мной направлениям мы будем готовить соответствующие встречи по линии Министерства иностранных дел, Министерства энергетики, Министерств транспорта, Министерств культуры. И рассчитываем, что в течение следующего года такие встречи по всем упомянутым темам состоятся. Вот, наверное, что я... Да, и у нас созданы такие механизмы повседневного контакта в каждой стране, которая участвовала сегодня в мероприятии 3+3, есть контактные пункты, конкретные люди, которые отвечают за продвижение договоренностей, достигаемых министрами по различным вопросам. Вот, наверное, я здесь остановлюсь. Пожалуйста, вопросы, какие у вас есть. Здравствуйте, Сергей Викторович, добрый день. А какие угрозы сегодня существуют для региональной безопасности на Южном Кавказе? Где? В регионе Южного Кавказа. А, на Южном Кавказе, я просто не расслышал. Ну, угрозы можно долго перечислять. Самая главная угроза заключается в том, что внерегиональные игроки пытаются диктовать свои условия здесь, внедрять сюда свои схемы, схемы, нацеленные не на урегулирование проблем региона в интересах всех расположенных здесь стран, а нацеленные на то, чтобы продвигать сюда натоцентричные форматы, развивать здесь такие блоковые процессы, вбивать клинья, как у нас принято говорить, между соседними странами.
и опять-таки использовать свои возможности как рычаг давления. Посмотрите, что произошло в связи с тем, что в Грузии были приняты законы, требующие транспарентности в отношении иностранного финансирования неправительственных организаций, законы, которые касаются недопущения пропаганды ЛГБТ, и тут же Евросоюз заявил, что Грузия уже не рассматривается как приоритетный партнер для обсуждения вопросов членства в Евросоюзе, потому что Грузия нарушила европейские ценности. Но если европейские ценности в том, чтобы финансировать подрывную деятельность и продвигать ЛГБТ-повестку дня, то говорит само за себя. Это, так сказать, явка с повинной, признание в том, что же из себя представляют эти европейские ценности. Но помимо этого, безусловно, остаются проблемы в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Сегодня мы тоже об этом много говорили. И мы, и турки, и иранцы предложили нашим коллегам Еревану и Баку использовать площадку 3+3 для того, чтобы завершить работу над мирным договором. Мы напомнили о тех заготовках, о тех заделах, которые были созданы в рамках трехсторонней работы России, Армении и Азербайджана как на уровне президентов, так и на уровне министров иностранных дел, заместителей председателя правительства и по разблокированию коммуникаций, и по подготовке к делимитации границы и по целому ряду других тем. Есть вопросы и связанные с армяно-турецкой нормализацией. Россия активно способствовала тому, чтобы этот процесс начался. К нам подсоединились наши иранские соседи. Сейчас пока встреч не планируется. Армянские коллеги взяли паузу. Они считают, что сначала нужно им напрямую с турками пообщаться и понять, что необходимо сделать. Мне кажется, что это в любом случае связано с армяно-азербайджанской нормализацией, поэтому мы предложили в комплексе эти вопросы рассматривать и стимулировать вовлеченные страны к тому, чтобы они поскорее договаривались. А мы, в свою очередь, в данном случае Россия и Иран готовы оказывать содействие, если на то будет интерес у непосредственных участников. И, безусловно, как я уже сказал, одной из очень серьезных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт, имея в виду опять разжечь костер и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально свое влияние утвердить, и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации, подорвать возможности для равноправного, взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством. Сергей Викторович, вы сожалеете о том, что Тбилиси отказался от участия в сегодняшней встрече? Ведь формат 3+3 мог быть хорошим поводом для, можно сказать, почти прямых российско-грузинских контактов. Как вы считаете, наступит ли то время, когда Грузия будет участвовать в формате 3+3, есть ли к этому предпосылки? Спасибо. Как только Тбилиси решит, они могут в любой момент прийти и сесть в свое кресло. Кресло для них всегда остается, и дверь для них всегда открыта. Ну, а что касается контактов, у нас есть контакты с Тбилиси, у нас там есть секция интересов при посольстве Швейцарии, там работают наши дипломаты, у которых по мере необходимости есть возможности обсуждать текущие вопросы, прежде всего в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями. Анастасия Домбицкая, «Коммерсант». Сергей Викторович, из существующих ныне площадок, где обсуждается армяно-азербайджанский конфликт, какая, на ваш взгляд, наиболее жизнеспособная? Та, где можно договориться. Если они смогут договориться напрямую, мы только будем рады.
Как я уже сказал, сегодня мы предложили, если они к этому готовы, использовать платформу 3+3, что было бы естественно, учитывая, что именно в этом формате встречаются соседи Армении и Азербайджана, но решать, повторю, это Баку и Ереван.